Всем привет! Вы смотрите Fashion TV и с вами Елена Новикова. Сегодня в торговом центре Гименей состоится торжественное открытие флагманского бутика «Антекович» для любителей необычных вещей и ценителей шедевров изобразительного искусства. Не упустите возможность насладиться художественным изыском вместе с нами прямо сейчас. Бренд существует с 2007 года. Он создан был русской художницей и мастером сундучных дел. В конце 22 года его приобрела группа «Баринов» в моем лице и дала ему новую жизнь. Полностью российский бренд, естественно же. Я очень рада тому, что мы получаем очень много поддержки, в том числе от государства. Российским дизайнерам сейчас самое время развиваться. Сейчас хорошее время, и все совпало. И моя любовь к бренду, и правильное время, и замечательная команда. Я думаю, мы сегодня удивим. Я не хочу загадывать вперед, но вы увидите, это очень будет необычное шоу. Спасибо нашим ценителям нашего бренда, потому что их любовь нас вдохновляет делать новые и новые коллекции, и впоследствии у нас появится коллекция «Очень русская любовь». Сегодня представлена коллекция, такая она, как знаете, некая обобщающая. Коллекция называется Empire of Art, империя искусств. Это такой некий итог компании, проделанной работы за 15 лет, которая объединяет в себе производственные наши ресурсы, наши предпочтения. Да, вот эта вот вся синергия и отражена в нашей новой коллекции. Поскольку мы клиентоориентированная компания, да, бренд, у нас есть такая опция, как индивидуальный заказ. Что-либо интересное, вы знаете, любой заказ, он интересен, потому что человек вкладывает туда свою какую-то частицу, свои какие-то предпочтения. И иногда бывает так, что какой-то индивидуальный заказ становится отправной точкой для последующей коллекции. Следующая коллекция 23 декабря. Это коллекция «Продрагонист». Очень такое сложное название. Это комбинаторика слова «драгон», «дракон» и «протагонист», то есть главный персонаж в театре, ведущий актер, главный герой. Мы соединили, опять-таки, совершили такой некий симбиоз и выпустили вот такую вот коллекцию. Но сейчас она в процессе доработки, осталось буквально пару нюансов. Меня связывают практически родственные связи с хозяйкой. Вот у нас общее отчество, разные фамилии, естественно, разные имена. Ее зовут Надежда, меня Вячеслав. Но помимо этого, меня связывают с ней еще общие вкусы к искусству, потому что все ее шедевры, которые она делает, это шедевры мирового искусства, которые она потом воплощает на своих изделиях. В этом смысле у нас схожи очень вкусы. Но вообще, мне кажется, сегодня в Новой России как раз вот очередь вот за такими произведениями искусства. Не за Гуччи, Прадо, Дольче Габбана, а за отечественными брендами, которые не ориентируются на западные какие-то веяния, а ориентируются на сегодняшнего нашего русского покупателя, российского. И мне кажется, у этого бренда большое будущее, я надеюсь. Очень любопытный бренд. Мне нравится концепция. Напоминает сказки братьев Гримм, либо норвежские какие-то скандинавские истории. Ну, желаю бренду процветания, что получится найти свою аудиторию. Предметы, аксессуары могут стать как бы коллекторскими так называемыми вещами. То, что людям будет мало обладать одной какой-то вещью, они будут приходить снова и снова, следить за новинками и пополнять свою коллекцию какими-то новыми, вот такими дерзкими и такими яркими аксессуарами и сумками. Мне очень нравится сама концепция. Я считаю, что это не просто крафт, это еще и серьезная заявка на мировое сумочное господство. Я вижу, что это и практично, и функционально, помимо того, что красиво. А если это еще будет эксклюзивно и модно, а в принципе оно так и будет, то вообще это хит. Я в восторге от коллекции, потому что это нечто новое в мире фэшн, не сбитое. Я пожелаю бренду возрождения, потому что, как сказала Надежда, он возрождается заново. Я пожелаю развития. Я пожелаю, чтобы он стал лучшим брендом в России. Антекович. Подлинное искусство в ваших руках. С вами была Елена Новикова. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.
I love Fashion TV. I so love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.